В Чебоксарах стартовала серия плей-офф первенства высшей хоккейной лиги. Это четвертый по счету сезон ледовой дружины из столицы республики. Есть ли шансы взять золото и кто поддерживает команду? Подробности у Дмитрия Ковалева. Богатыри вышли в плей-офф. Впереди серия матчей до 4 побед. Домашняя игра против команды «Красноярские рыси». Счет открыли Чебоксары. Поддержать ледовую дружину приехал и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев вместе с сыном Максимом. С детства занимается спортом. С 5 лет занимался карате кюкюсинкай. Занимался боксом, занимался тэквондо. У него тоже пробежки по утрам со мной, это регулярно. Вообще, мужчина должен всегда заниматься спортом, прежде всего, для того, чтобы вырабатывать дух. Олег Николаев признается, что больше увлекается футболом и лыжами, но в юности выходил и на лед. Сейчас заниматься спортом удается нечасто. Слишком много времени отнимает работа. Если не каждый день, то несколько раз в неделю, это 3-4 раза минимум. У хоккея в республике будущее большое. Только за награды, чемпионата и первенство региона борются порядка 70 команд. Среди дебютантов дружина Купня из Комсомольского и сборная села Тринькосы Чебоксарского района. В борьбе за Кубок Федерации богатыри взяли уверенный старт. Тем временем отличная передача Парфенов. Выход 1-1 и шайба в воротах. Голос на этом матче срывали не только комментаторы. На трибунах у нашей команды самая громкая группа поддержки. В арсенале болельщиков даже барабан. Болельщики выезжают со своей дружиной и в другие города. И республика, и администрация столицы заинтересованы в поддержке профессиональной команды. Когда выигрывают, легче болеть, да? Нет, всегда мы болеем. Да, или вам все равно? Или вам все равно? Секунды, да? Потому что хоккей, игра такая, каждая секунда важна. Легко поедете, что ли? Было бы здорово. У хоккейного клуба подрастает и достойная смена – чебоксары-юниоры. Эти ребята своими кумирами называют не Малкина и Овечкина. Хочу похожим быть на Горбенко и Преступлюка. На Иванова. На Иванова. На Иванова. На Иванова. Почему? Преступлюк, он быстрый. Потому что ты хорошо играешь. Преступлюк, он быстрый, техничный. Горбенко, он, у него бросок хороший. В команду верите? Да! Первая игра четвертьфинала с большим отрывом от соперника. Горбенко на пятаке, здорово бит Горбенко. Но это его любимая позиция. Любимая позиция. 8-1. Трибуны ревут. 8-1. Богатыри лидируют. Впереди вторая игра и выездные матчи. Программа «Максимум» – взять золото Кубка Федерации. За выход в финал поборются команды из Барнаула, Саратова, Кургана, Оренбурга и Набережных Челнов. Олег Николаев пожелал победы богатырям. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика.